Всем привет! Рада видеть вас вновь на своем канале. И сегодня вместе с вами я хочу протестировать два необычных инструмента. Вот таких вот. Я надеюсь, что некоторые из вас уже знают, для чего они предназначены. И я их заказывала с сайта AliExpress. Первый инструмент — это вот такая ложка специальная для того, чтобы делать шарики из мороженого. И второй инструмент — это так называемая чистилка для ананаса. Таким образом, мы можем почистить его полностью от кожуры и сразу нарезать его кольцами. Я вместе с вами хочу сделать такой небольшой десерт, мороженое с фруктами. И давайте приступать и пробовать, работают ли эти две штуки или нет. Итак, у меня здесь есть два вида мороженого, и это банановое мороженое. Я его сделала просто из замороженного банана. Здесь я добавила какао, а здесь не добавляла абсолютно ничего. Я его сделала просто измельчив замороженный банан в блендере. В данном случае добавила какао. Я взяла для удобства стакан с горячей водой, чтобы мне удобнее было доставать мороженое этой ложкой. Как вы видите, ложка должна снимать шарик мороженого. Вот таким вот движением. Я ее сейчас буду макать в горячую воду и дальше доставать мороженое. И теперь давайте приступим к ананасу. Насколько я понимаю, нам нужно отрезать вот этот вот хвостик и начинать очищать сам ананас. Все, я разрезала. И вот мы получаем вот такой вот готовенький ананас. Все, мякоть очищена. Как вы видите, здесь осталась одна кожура, не осталось мякоти. Ну что, добавляем наш ананас в мороженое. И можно приступать к дегустации. Ну что, вот такой десерт получился, очень, по-моему, красиво. И давайте попробуем. Очень вкусно. Кстати, если вы хотите узнать, как я сделала такое банановое мороженое, обязательно пишите в комментариях. Ну, а я продолжу дегустировать свой десерт. Итак, что я могу сказать? Эти кухонные приборы работают. И если у вас есть необходимость, то я могу вам с уверенностью их советовать. Вы можете сделать такой десерт, как, например, сделала я. Или же просто очищать ананас или делать мороженое. В общем, если вы давно искали что-то подобное, я обязательно оставлю ссылки в описании. И делитесь своими необычными находками для дома, для кухни. Я с удовольствием посмотрю, почитаю и пообщаемся с вами в комментариях. Ну а мы увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока!